Иное измерение русской культуры. Лев Александрович Мей. Сикстина. Опять звучит в душе моей унылый знакомый голосок, и девственная тень опять передо мной с неотразимой силой из мрака прошлого встает, как ясный день. Но тщетно памятью ты вызван, призрак милый. Я устарел. И жить, и чувствовать мне лень. Давно с моей душой сроднилась эта лень, как ветер с осенью угрюмой и унылой, как взгляд влюбленного с приветным взглядом милой, как сбором вековым таинственная тень. Она гнетет меня, и каждый божий день овладевает мной все с новой, с новой силой. Порою сердце вдруг забьется прежней силой, порой спадут с души могильный сон и тень. Сквозь ночи вечные проглянет светлый день, я оживу на миг и песней унылой стараюсь разогнать докучливую лень, но краток этот миг, нечаянный и милый. Куда ж сокрылись вы, дни молодости милой, когда кипела жизнь неукротимой силой, когда печаль и грусть скользили, словно тень по сердцу юному, и тягостная лень еще не гнездилась в душе моей унылой, и новым красным днем сменялся красный день. Увы, пришел и он, тот незабвенный день, день расставания с былою жизнью милой. По морю жизни я усталый и унылый плыву. Меня волна неведомой силой несет, Бог весть куда, а только плыть мне лень. И все вокруг меня густая мгла и тень. Зачем же, разогнав привычную мне тень, сквозь ночи вечные проглянул светлый день? Зачем, когда и жить, и чувствовать мне лень, опять передо мной явился призрак милый, и голосок его с неотразимой силой опять звучит в душе моей унылой. «1851 год», читал Евгений Бразун Брушковский. Напечатано в томе первом полного собрания сочинений Льва Александровича Мея. Санкт-Петербург, издание товарищества «Маркс»,
1911 год.